Кэша и Populous заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого кошелек Кэша будет доступен для всех пользователей проекта Populous World. Проект Populous предлагает альтернативную платформу для инвесторов-покупателей инвойсов, на которой предоставляется возможность продавать инвойсы и устанавливать необходимые контакты с продавцами инвойсов, то есть получателями ссуды. Токен-платформа Populous PPT – это криптоактив, который был разработан для мира финансовых счетов. Он включает в себя торговую финансовую платформу, построенную на технологии блокчейн. После покупки инвойсов посредством PPT пользователи платформы могут использовать кошелек Кэша, чтобы переводить прибыль в 210 стран мира. Генеральный директор проекта Кэша Кумар Гурав так прокомментировал данное сотрудничество. «Цель нашего союза – предоставить всем пользователям проекта Populous World и административной команде более быстрый и экономичный глобальный метод оплаты, который позволит им переводить деньги в любую точку мира. Кошелек Кэша – это цифровой кошелек, основанный на технологии блокчейн, отличающийся как скоростью обработки, так и комиссиями за транзакции».